Всем привет! Сегодня готовлю очень вкусный, сытный, быстрый салатик с фасолью и грибами. Он просто палочка-выручалочка и готовится буквально за считанные минуты. Консервированные шампиньоны нарезаем пластинами или покупаем уже нарезанные. Выкладываем в тарелку промытую красную фасоль, грибочки, один зубчик чеснока, измельченный укроп. Солим и перчим по вкусу. Добавляем немного майонеза или сметаны и все хорошо перемешиваем. Отправляем в холодильник. Перед подачей на стол добавляем сухарики и снова перемешиваем. Наш салатик готов. Получается очень аппетитный, хрустящий, сытный и на вкус просто великолепный. Предлагаю вам попробовать сделать. Всем желаю приятного аппетита и отличного настроения. Кому понравился рецепт, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи! Пока-пока! Всем привет! Сегодня готовлю очень вкусный нежный салатик с кальмарами, который очень простой в приготовлении, но можно подать даже к праздничному столу. В закипевшую воду добавляем соль, лавровый листик, черный перец горошком. Перемешиваем и опускаем две размороженных, очищенных тушки кальмара. Варим буквально одну минуту. Выкладываем на тарелку и даем остыть. Два яйца нарезаем соломкой. Кальмары также нарезаем соломкой. Выкладываем в миску яйца и кальмары. Добавляем тертый сыр, один зубчик чеснока, солим и перчим по вкусу. Добавляем немного майонеза и все хорошо перемешиваем. По желанию посыпаем зеленью и украшаем красной икрой, если готовим для праздничного стола. Наш салатик готов, можно подавать к столу. На вкус получается очень нежный. Кальмары великолепно сочетаются с яйцом и сыром. Всем желаю приятного аппетита и отличного настроения. Кому понравилось видео, ставьте лайки и пишите комментарии. Всем удачи! Пока-пока! Всем привет! Сегодня готовлю легкий, интересный, вкусный салатик на скорую руку. Одну красную луковицу нарезаем полукольцами, вжимаем туда сок лимона и оставляем на 10 минут мариноваться. В сковороду добавляем сливочное масло, через пару минут выкладываем стручковую фасоль и обжариваем несколько минут. Нарезаем один помидор, в миску выкладываем консервированную кукурузу, помидор, стручковую фасоль, немного маслин, 1 столовую ложку растительного масла, 1 столовую ложку соевого соуса, немного солим и перчим по вкусу и все хорошо перемешиваем. Добавляем замаринованный лук и снова перемешиваем. Наш салатик готов, можно подавать к столу. Получается очень сочный, аппетитный, а готовится всего 10 минут. Желаю вам приятного аппетита! Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи! Пока-пока! Всем привет! Сегодня готовлю очень вкусный, сытный и сочный салатик. В приготовлении очень простой и не требует много времени. На крупной терке натираем 50 грамм сыра. Нарезаем кубиками 2 помидора. Примерно 150 грамм копченой курочки также нарезаем кубиком. Выкладываем в миску курицу, помидоры, консервированную кукурузу, тертый сыр. Добавляем зеленый лук и укроп, а также 2 зубчика измельченного чеснока. Солим и перчим по вкусу. Добавляем немного майонеза или сметаны.
Все хорошо перемешиваем. Наш салатик готов, можно подавать к столу. Получается необыкновенно вкусный и сочный. А время готовки занимает всего 10 минут. Попробуйте сделать, порадуйте своих близких и гостей. Желаю всем приятного аппетита и отличного настроения. Кому понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи, пока-пока! Всем привет! Сегодня готовлю очень аппетитный, сочный, красочный салатик, который готовится совсем легко и быстро, а получается безумно вкусный и полюбится вашими родными и близкими. Огурец нарезаем соломкой, аналогично нарезаем ветчину, также нарезаем сыр. Помидоры режем полукружочками или четвертинками. Измельчаем 1-2 зубчика чеснока, выкладываем в тарелку огурцы, ветчину, помидоры, сыр, зеленый лук и укроп, измельченный чеснок, солим и перчим по вкусу, добавляем немного майонеза или сметаны и все хорошо перемешиваем. Наш салатик готов, можно подавать к столу. Получается очень сочный, ароматный, на вкус просто великолепный, а готовится буквально за считанные минуты. Все порезали и перемешали. Всем желаю приятного аппетита и отличного настроения. Кому понравился рецепт, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи! Пока-пока! Всем привет! Сегодня готовлю салат с фасолью. Получается очень сытный, вкусный и быстрый в приготовлении. Измельчаем 2 зубчика чеснока. Нарезаем кружочками крабовые палочки. Также нарезаем 3 яйца. В миску выкладываем консервированную фасоль, яйца и крабовые палочки. Добавляем измельченный зеленый лук и укроп. Солим и перчим по вкусу. Добавляем чеснок и немного майонеза. Все хорошо перемешиваем. Наш салатик готов, можно подавать к столу. Получается невероятно вкусный, сытный, из простых ингредиентов. А готовится всего 10 минут. Всем желаю приятного аппетита и отличного настроения. Кому понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи, пока-пока!